Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Готово! Ах, как красиво! Башня разваливается! Нужна вода! Сейчас принесу! Угу. Ведерко! Давай скорей! Ой, сколько водорослей! А-а-а! Среди бела дня ловят ведрами! Хватают за хвост! Простите, отдайте мне, пожалуйста, ведерко! Ага, чтоб ты нашу воду вычерпал! Нет уж! Зачем вы это сделали? Не видать тебе ведра! Надо опередить его и спрятать ведро! Мое ведерко! А? Ай! Подождите, не уносите мое ведерко! Как вы мне надоели! И заберите свое ведро! Непорядок. Опять что-то сверху. Отнесу к тете Моте. Она любит собирать всякие разности. Кто тут? Тетя Мотя, вот, нашел вещицу для вас. Ах, спасибо. Где же это ведро? Где же мое ведерко? Ты чего тут разгулялся? И так места мало! А еще ходят тут всякие! Я только хочу найти свое ведерко. Пропало твое ведерко! Даже не надейся, что ты его еще раз увидишь! Мое ведерко! Здравствуйте, это мое ведерко. Ведерко? Можно я его заберу? Нельзя! Не отдавайте ему ведро! А то он унесет всю воду! Воду собираются уносить! Держи его! Как бы не так! А кого надо держать? Ой! Ведерко! Не догонишь! Не догонишь! Не догонишь! Не догонишь! А что произошло? Пиявка забрала мое ведерко. Ведерко? Не догонишь, не догонишь, не догонишь! Не догонишь, не догонишь, не догонишь! Остановитесь, отдайте мой цилиндр! Все, не могу больше. Где же Лунтик? Вот он. Я принес ведро, ой, воды. Давай скорее, где ты так долго был? Да я пошел с водой, а там пиявка. И она выкинула мое ведро. И я пошел уже за ведром. А там рыбки, плавунцы и еще этот, как его, рак. Рак такой большой. И правда, иногда совершенно простое дело может вылиться в целое приключение. Не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет.
А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Закат. Скоро солнце сядет, будет так красиво. Подумаешь, красиво, это ты каждый день видишь. Надо искать что-то интересное, необычное. А по-моему, солнце интересное и необычное. Ого, Лунтик, смотри, смотри, чудище. Это не чудище, это тетя Мотя. Тетя? Мотя? Черепаха, которая в пруду живет. Здорово, посмотреть бы на нее поближе. Какие странные водоросли. Надоело ходить. Ой. Скорее бы стать бабочкой. Будем летать. Ага, и пугать всех. Что это за штука? Не знаю, булыжник какой-то. Круто! Сколько можно? Чудовище! Чудовище? Эй, осторожно! Невозможно нору вырыть. Интересно, далеко еще до черепахи? Интересно, а в какой стороне сядет солнце? Ой! Помогите! Здравствуйте, тетя Мотя. Что случилось? Провалиться мне на этом месте, если вы не самая огромная из всех, кого я видел. Я застряла в какой-то яме. Это не яма, а моя нора. Вы ее заткнули. Ой, чудовище! Это тетя Мотя. Черепаха из пруда. Черепаха? Что вы здесь делаете? Хочу увидеть закат. Рак его очень хвалил. Значит, вы увидите закат впервые? Вот здорово! А может, вы ее подтолкнете, дядя Корней? Как? Снизу! Я? Снизу? Да, снизу, а то без вас нам ее не вытащить. А я так хочу увидеть закат. Ах, поосторожней. Давайте все вместе, на счет три. Раз, два, три! Ой! Спасибо, Корней Корнеич! Ага. Если вы хотите посмотреть закат, то лучше делать это с нашей ивы. Оттуда все видно. Может, вы меня проводите? Конечно! Только надо скорее, а то солнце скоро сядет. Да, надо бы поторопиться. Она всегда такая медленная. Да. Как бы ее ускорить? Ой! Все, я больше не могу бежать! А придется! Подождите, тетя Мотя! Тетя Мотя, как вы здорово ускорились! Раз, и вы уже около ивы. Солнце скоро сядет! А нам, тетю Мотя, надо еще на иву поднять. Как мы это сделаем? Эй, что там за шум? Сейчас кого-то напугаю. Ой, чудовище! Здравствуйте, дядя Шнюк. Это тетя Мотя. Ей надо посмотреть на закат. Тетя? Мотя? Закат? Ага. Это самая прочная моя паутина. Стойте. Надо немного отдохнуть. Успели. Мы всегда поражаемся тому, что видим впервые. Кто-то увидел впервые тетю Мотю, а она впервые увидела закат солнца. Каждый день приносит нам что-то необычное и интересное. Капочка, у нас на крыльце чудовище. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ой, как
как холодно. Ничего, ничего, сейчас закроем дверь и согреемся. И дома холодно. Давай-ка затопим камин. Капочка прилетит, а у нас тепло. Ага. Трубочисты. Внимание! И раз, и два. И три. Как говорится, нет дыма без огня. Что-то огня не видно. О, ой, а теперь вообще ничего не видно. Надо скорее открыть окно. Может, огонь не хочет свой дым в трубу пускать? Наверное, в дымоходе что-то застряло. Надо его прочистить. Неси щетку. Угу. Такая годится? Сейчас посмотрим. Не годится. А это? Там что-то твердое, снизу не пробить. А сверху? А что, и правда. Слетаю к трубе, посмотрю сверху. А ты, Лунтик, оставайся здесь. Да, только генералу это под силу. Какая глубокая труба. Ой, швабра! Лунтик! Лунтик! Ай, кто там? Это я, генерал Шер. Деда, а что там застряло? Это я застрял. Сейчас я тебе помогу. Ой, кто это? Это я, деда. Спасибо. Я не смог дотянуться. Только швабру уронил. Давай я ее достану. Ах, внучек! Я здесь. И швабру тоже. Мы стоим на чем-то твердом. И оно никак не проталкивается. Осторожней там. Давай я тебя вытащу. Протяни мне швабру и держись за нее. Хорошо. Держи, деда. Ну и холод. Шершуля, Лунтик, где вы? Похоже, Шершуля хотел растопить камин. И опять забыл открыть заслонку. Кто вы? Это я. Лунтик. Лунтик, это ты? А где же Шершуля? Я здесь! Ай! Вытащите меня отсюда! Шершуля, ты опять забыл про заслонку! Точно! Так вот, что не пускало дым. Надо было просто открыть заслонку. Значит, мы зря прочищали дымоход? Вы только посмотрите на себя. Вся сажа на нас. Но зато труба теперь чистая. Точно. И огоньку будет приятнее в нее дым пускать. Идите мойтесь как следует, трубочисты. А я пока камин растоплю. Как приятно посидеть вечерком у камина. Особенно, если перед этим прочистить дымоход. Пусть даже не совсем обычным способом. Деда, правда мы молодцы? Еще какие! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пух. Ой, какой пушистый пирог. Ой, только не на пирог. Наверное, залетел через окно. Фу. Каждый год одно и то же. Этот пух просто повсюду. Повсюду?
так чудесно. Пух такой мягкий и пушистый. Да. Дядя Шнюк, как здорово стало! Ваша паутина теперь мягкая и пушистая. А завтра пух сваляется, и она станет некрасивой. Посмотрю, удастся ли спасти другие сети. Филенок, привет! Тебе тоже не нравится пух? Как он может нравиться? Пчелам из-за этого пуха нектар в два раза тяжелее собирать. Из-за этого у меня времени совсем нет. Ой! Смотри, куда падаешь! Простите. Не видишь? Ой, мы здесь! А что вы делаете? Не видишь? Пух сдуваем. Может, вам надо дуть в одну сторону? Ой, ну и дела. Что-то в этом году тополь сильно цветет. Пух, это цветы тополя? Скорее, семечки. Каждый год они разлетаются вместе с пухом по всей округе и забивают все мои подземные ходы. И нашу поляну! Привет, Мила! Привет! Ты знаешь, что пух разносит семена тополя? Знаю, только толку от них нет. Видишь? Пух ни на что не годится. Значит, ты тоже не рада. А Кузя? Кажется, он у вашего домика. Кузя, ты здесь? Слушайте, этот пух повсюду. Может, его как-то прижать или слепить? Я уже пробовала, разлетается. А с паутины дяди Пуха, ой, то есть дяди Шнюка, пух не улетает. Паутину? Большое спасибо, дядя Шнюк. Пожалуйста. Теперь надо скатать. Получилось! Как здорово мы скрутили эту паутину! Ай, ай! Ой, здравствуйте! Здрасте! Сеть! Ловушка! Нам всем конец! Подождите, сейчас я вас освобожу! Сеть! Ловушка! Нам всем конец! Здравствуй, Лунтик! Здравствуйте, Пискарь Иваныч! Ты ловишь пиявку? Нет, я ловлю пух. Посмотрите, сколько его наверху. Ну где же Лунтик? А вот и я. Смотрите, что стало с пухом. Ой, он почти растаял. Пискарь Иваныч, а что с ним? Конечно, пух всегда тает от воды. Вы что, не знали? Нет. Нет. Значит, можно намочить весь пух, и он растает? Точно! А воду можно из пруда взять! Да, я смотрю, у вас тут полный беспорядок. Ну что ж, берите воду. Ура! 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 Хорошо, что Пискарь Иваныч разрешил взять воду из пруда. Все дружно принялись за работу. Теперь пуха станет меньше. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ветер все быстрее и быстрее нес корабль по волнам. Брызги обрушивались на капитана, но он продолжал стоять у руля. Осторожно, пирожки. Деда, а дальше? А, да. Так закончилось его плавание. Все, пора пить чай. Вот бы и нам так плавать. Кораблик. Так, давай посмотрим, из чего можно сделать корабль. Вот его основа. Похоже на большое корыто. У бабы Капы есть такое.
Так, мачту можно сделать из цветка, а парус из лопуха. О, это похоже на метлу. А это на паутину дяди Шнюка. Тогда за дело. Ага, только надо взять тележку у дяди Корнея, а то мы все это не унесем. Спасибо, дядя Корней. Все собрали. Здорово! Теперь можно отправляться в плавание. Плавание? Лунтик, надо было сразу строить корабль у пруда. Теперь придется его тащить. Ветер все быстрее и быстрее нес корабль по волнам. Брызги обрушивались на капитана, но он продолжал стоять у руля. Лунтик, стой! Мы забыли руль. А может, вот это подойдет? Нет, он должен быть большим. И не бьющимся. И твердым. Ох, ребята, боюсь, у меня такого нет. Пойдем на улице поищем. Смотри, Кузя! Вот что подойдет. Здорово, что баба Капа дала нам баранок в дорогу. А где же парус? Может, его ветром сдуло? Ну ничего, новый найдем. Хорошо, что эти лопухи везде растут. Я все. Я тоже. Думаю, мы заслужили съесть по баранке. А где они? Может, их тоже ветром сдуло? Пойдем посмотрим. Вдруг они где-то недалеко. Лунтик! Подожди! Забудь про баранки! Я думал, ты расстроишься. Не, нам и без них будет весело. А этот лопух не хуже баранок. Так это вы съели баранки и парус? Это же наш корабль! Корабль? Да это же просто корыто! Да, оно у вас потонет! Откуда вы знаете? Да, мы его еще и не проверяли. Корыто! Оно и есть корыто! А? Стойте! Ой! Куда вы? Спасите! Помогите! Помогите! Там впереди пруд! Покинуть корабль! Смотри, Кузя! Наш кораблик плывет! Точно! Ура! Ветер нес корабль все быстрее и быстрее. Смотри-ка, плывет! Капитан продолжал стоять у руля и управлять своим кораблем. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Карта. Ну и ветер сегодня. Ага. О, тут что-то нарисовано. Ну-ка. Ух ты! Похоже на карту. По карте находят клад. Вот он. А что такое клад? Это что-то ценное. Клады прячут в земле и находят по карте. Нужно идти по стрелочкам. Это точно куличики Милы. Поскольку клад – это что-то ценное, думаю, там закопаны мечи. Когда найдем, увидим. Смотрите, мы здесь, а нам надо к ручью. Пришли. Куда там дальше? На тот берег. Через это? Давайте, ребята!
Не бойтесь. Ха, да я и не боюсь. Возьми, Мила. Кузя! Держитесь, я сейчас помогу. Лунтик, хватайся. Мила, держись. Лунтик, выбирайся. Настоящие поиски сокровищ получается. Ну-ка, что там дальше? Ой, карта намокла. Хорошо, что крест не смыло. Эй, скорее, держи! Лови, хватай! Держи, держи! Ну вот, теперь она еще и дырявая. Что же делать? Мы сейчас где-то здесь. Дойдем до этого места, разберемся. Нужно только идти прямо и никуда не сворачивать. Думаю, мы уже близко. Интересно, а что было в этом месте? Ну и поездочка. О, да. Лунтик, карта. Ой. Ну все. Столько усилий, и все напрасно. Жалко. Еще немного, и мы бы дошли до этой колючки. А это не она? А что? Похоже. Да, клад где-то здесь. А вдруг это не та колючка? Я что-то нашел. Это клад! Вытаскивай его скорее! Ура! Ура! Нашли! Это клад! А? Это и есть клад? Да, ничего не скажешь. Но ведь кто-то же закопал этот клад. Значит, кто-то ценит корни. Дядя Корней! Куда же это мою карту унесло? Здравствуйте, дядя Корней! Здравствуйте, ребятки. Вы, случайно, не находили листок с рисунком? Находили. Вот. Это все, что от нее осталось? Теперь мне точно не найти свой мешок с корнями. А мы нашли. Вот. О, как вы это сделали? По вашей карте. Это было не так просто. Да, у нас были настоящие приключения. Искать клад оказалось очень интересно, даже несмотря на то, что друзья не нашли то, что хотели.